Ну шо, поехали. Ох, сейчас зарядимся нахуй кринжом. Кринж. Привет, я Володя. 2 метра бесполезности, худющий как лист, тиктокер недоделанный, алкаш и нарик с твоего двора, но я счастлив. Бля, ну, кстати, неплохой тикток. Вот, серьезно, вот этот тикток, он прям такой... Это, я бы сказал, что это человек, творческая личность, который определил самого себя. Он же знает, кто он. Он понимает, что он алкаш, нарик, что он никто, но при том он счастлив. Как бы, может быть, он особо и не нашел себя, а может быть, это он понял, что это его место. Но он, по крайней мере, себя не ищет уже. А вы, блядь, работаете на своих работах ебаных, блядь, тачки, хуячки. Ну ему это нахуй не надо, блядь. Он, блядь, пережил уже миллионы жизней на миллионах планет, нахуй, пока вот этой всей хуйней занимаетесь, блядь. О, целкаш и нарик, ёпт. Ну, счастлив. Особенно, когда гремит чекушечка. Этот звон просто как будто... Пение свирели какой-нибудь просто. Как будто птички поутру щебечут. И он просыпается с первыми лучами солнца и слышит этих птичек и такой, как хорошо. И вот этот звон, звон вот этих бутылок стеклянных также отдается в его сердце. Этот звук. Суть тренда. Сначала показать так себя, вот. А потом того, ради которого я отшиваю всех. Ради кого же, интересно, она отшивает всех? Понял. Понял. А кто? Может, ради себя? Мама, не проверяй мои карманы. Мама, ругать меня тоже не надо. Мама, я живу как мне по кайфу. Мама, и этому раз я... Пиздец, все нахуй сказал. Шмон, блядь, суть тренда. Шмон карманов, блядь, просто нахуй. Сиги, блядь, зажигалка, нахуй. Капли в нос, какие-то таблетки, блядь. 300 рублей, нахуй. На, блядь, все, держите, блядь. Это чисто вот отчет перед мусорами, блядь. Тикток, суть тренда, отчет перед мусорами. Охуенно. Каждый день снимается ТикТок, он каждое утро и каждый вечер достает из карманов, вот так вот снимает под этот звук, выкидывает всю хуйню, которая у него из карманов уходит. Приходит, когда приходит домой вечером, уже перед сном, тоже, блядь, достает всю из карманов, нахуй показывает, блядь. Чтобы наша милиция могла спать спокойно и знать, что это не нарушитель, не наркоман ебаный. Хотя хуй, кто знает, как это эти капли можно использовать для носа. И в конце лицо это, господи, чья мать? Мам, не надо, блядь. Мам, не надо. Ой, мам, ёб твою мать, блядь, еще одна. Вот они, врата Вандрос. Выглядят крепкими. Нам просто нужно сделать дырку, тогда я смогу направить в них свою энергию и сломать проход. Блядь. Нет, я, конечно, слышал такую хуйню уже, но это были какие-то... аниме-девочки, блядь, ну, типа, девочки, которые в аниме всякое одеваются и прочее такое, про под этот же звук. Ну, это еще более ужасно выглядит, конечно. Всем тем, кому я не нравлюсь в ТикТоке. Щечки сдуйте и нахуй пиздуйте. Уебывайте нахуй, ёпта. Ой, бля, какой плюс дружить со мной. Можно подавить прыщи на твоем ебале? Не знаю. Понял. Понял. Нет, как говорится, лучше нет лагалища, чем очко товарища, как бы. А если еще товарищ так выглядит, то не так уж и плохо, я думаю, кому-то будет. Не мне. Не мне, я сразу говорю. Спросишь, делать стан, что
Чисто на складе работает, ну, хули. Я причем видел уже такой-то склад, такое ощущение, что у кого-то, у какой-то другой девушки в ТикТоке. Здесь еще такая... Видимо, там складской ТикТок. Не знаю, блядь, склад ТикТоков, наверное, находится. Она достала из архива, такая, будет вот танцевать под это. Что-то туго идет, кстати, прям чувствую. Не понял. Ёб твою мать, это что, блядь? Wait, что? Типа, он типа увидел, ой, она хромает, она мне не нужна, и она такая сразу пошла, нормально, какая-то дикая львица такая, чисто пошла, я ты бая, царица, и он такой же, все, девочка мне не нужна, пиздец, ебать, это вот на уровне вот этих вот, как их, историй, вот этих вайнов, блядь, и грустных вот этих, когда там приходят, типа, ну, короче, вот это стандартная история, когда там, типа, один другого там что-то там сказал, ты, я тебе не помогу, а через 5 лет этот чел, который сказал, что я тебе не помогу, а мог помочь, типа, лежит, блядь, в помойке пьяный, нахуй, деньги просит, а тот уже, которому не помогли, он такой, типа, уже такой на машине едет, что-нибудь такое, типа, такая же история, точно такая же, абсолютно, блядь, такие тупорылые, наивные. Пепси. Бля, вот просто идешь по улице, видишь вот это. Идешь по улице и видишь, тебя сзади окликивают, и ты оборачиваешься, видишь вот это, твои действия, блядь. Ой, блядь! Пиздос, блядь, он еще и ноги побрел, они у него такие гладенькие, блядь. Гнусная хуйня, блядь, господи, блядь. Ну а чё, блядь, чё-то он как-то даже до дома не успел дойти, видимо, нашел, блядь, закладку и нахуй, до дома даже не успел добежать, блядь, так-то хотелось ему, блядь, так его, блядь, жаждало, видимо, что-то сделать с ней, с этой закладкой, не знаю. Короче, чё он заказывал? Жесть, блин. Пип-клаун. Я смотрю, у тебя там фоточки опасные, Stone Island, такой, блядь, камуфляж. А ты стоял? Скажи-ка мне, ты дрался, блядь, когда-нибудь с фанатами, а? Сыкло ебаное. Вот они, футбольные фанаты, вот они. Вот это мужики, блядь, настоящие, нахуй. Вот это, блядь, вот это челы, блядь. Вот это вот, ты подходишь к ним, вот, проходишь мимо, блядь, и видишь, нормально. Мужики на турничке, блядь, там, на спорте, вся хуйня, блядь. Stone Island, блядь, патчи все крутые, блядь, мужики, нахуй. Вот это респект, блядь. С ними я затусил, конечно. Жопу бы поебался. Шутка, прикол, ржом был. Компьютерный клуб, получается. Или что, это слоты какие-то? Бля, чисто. Надеюсь, они в какие-то оформили себе, блядь, иначе там, наверное, не кайф сидеть. Там еще калик, наверное, есть какой-нибудь, там двойное яблоко, вся хуйня, блядь, забили. И сидят, нахуй. Жбут, нахуй, эти слоты, блядь. Ой, блядь, это этот... Чел, блядь. Ну, это чел охуенный, реально. Медленно идет. Это прям. Это Windows 11 вот анонсировали, короче, то, что будет. Это бесплатно, короче. Это вот это, короче, загрузка такая будет. Когда будет винда устанавливаться, вот эта гифка будет идти, блять, когда он идет, блять. И когда он дойдет до конца, до тебя уже, тогда все загрузится. Привет, Ваня. Что за шизус? Шуе, блять. Мы злодеи, шауе. Верьте, мир весь нахуе. Круто, блять, как будто вот клип снимают, нахуй, просто круто, блять. Вот бы их, нахуй, взяли клип этот снимать. Вау, прикиньте, пиздос, нахуй. Тупо Фэнди, блять, это вся хуйня, блять.
Христос, блядь, я не знаю, что сказать, блядь. Как его, блядь, как он ходит по улице, просто мне интересно. Видимо, а, возможно, солнце, зато, блин, удобно солнце прятаться, типа, ты не видишь его вообще, типа, кепочка такая на тебе, блядь. Ну-ка, а, ну, чё ему, блядь, как бы, он станет, видишь, армянин идёт, или как, или кто он, не знаю. Ну, не армянин, скорее всего, не знаю. Круто. Крутой, блядь! Ёб твою мать, это что, блядь? Это лицо, блядь, вот так вот, блядь, бабка Фурия. Её внук кот, блядь. Интересно, как она на это реагирует, блядь. Какая гнусная хуйня очередная, блять. Просто, блять, я не знаю, это... Может, что-то гнуснее еще придумали, блять, от этой хуйни, блять. Это, видимо, вторая часть, да, продолжение вот это вот. Как там? Хамилая девочка. Типа вот этой хуйни, блять. Нет, у вас много мальчиков, денег, машин. Самый лучший, любящий мальчик-то у меня. У нее, так-то, не у вас, блядь, а у нее, нахуй, это вот, вот это хроники, блядь, из 1920 года, нахуй, она вот вещает с прошлого и говорит, это вот, блядь, вы хоть придумайте, блядь, а лучший мальчик-то у нее, блядь, вот так вот, блядь, в ее там 1920 году был, блядь, не у вас, блядь. Милый, милый. Это платье Дольче. Продолжай, продолжай, я скоро кончу. И твои маленькие сиськи не возбуждают. Я взяла твою зарплату, завтра накачаю. Папка, блядь, че застала? Ой, бля, это смешно. Это смешно, блядь. Это стоит вообще не в дупле, что происходит, нахуй. Готовит только, блядь, а это... Почему это одета у тебя, внучка одета как шмар, правда? Это не контроль, это странно. Берегись, я серьезно, от нее скрыться сложно, таких, как она, очень мало, вонзится своим жалом. Пиздец. Ну, блядь, здесь нахуй. Ёбаный, блядь, уёбывается, не знаю. Котик. Что-то... Мяу. Котик. Мяу. Что, идиот? Котик. Что, идиот? Ты идиот? Котик, мяу. А, интим фитнес, я понял. Тогда ничего не удивительного. Это фитнес происходит на данный момент. То есть, если кто не понял, это был фитнес. Ты папа подым, умер молодым. Это friendly fire, огонь по своим. Я не понимаю. Я не вижу логики, блять, типа, почему так? Но хуй меня встал. Да пофиг, пляшем, пикапер рулит. Бля, я просто представил, что вот точно такой образ, наверное, у любого бомжа представляется. То есть они бухают, типа, настолько сильно, что у них представляются тоже суккубы какие-нибудь, типа. Ну, до белочки доходят, типа, они представляют какую-нибудь там, типа, пьяную, блядь, не знаю, бабищу с именем, придумайте сами, какую-нибудь Инну, блядь. Бомжих тоже, блядь, и, типа, она такая... Представляется вот так вот, богиня секса, блядь, которая высосет из них всю жизнь, блядь. И они такие на похуях соглашаются. Это, я думаю, это мои фантазии скорее будут, если я сопьюсь. Но вряд ли я сопьюсь. Потому что синька чмо. То есть, когда ты знаешь о кружевном комплекте под одеждой. Привет, Ваня. Офицер! Я тут бабочка! А, вот что это было. Хуйня какая-то. Я не понимаю. И что?
как это работает. А где вы... Ёб твою мать, еще один, блядь. Я так понимаю, у всех прыщи, да? То есть, блядь, ёб твою мать, прикиньте, блядь. У меня был одноклассник, который тоже был, блядь, у которого прыщи было столько же, нахуй, наиблее. Может, он тоже, типа, под девчонку красился? Это забавно. Ну, вообще, если так подумать, то реально от косметики же пиздец ебало все время, блядь, в прыщах. Насколько я знаю, так сказать. А, знать мне неоткуда особо. Только по фоткам порноактрис, которые там без макияжа, типа. Блядь, все. Это любовь России? Это сердце России! А, нет, он... Я думал, красится. Ладно, окей. Тогда исключаем. Это не обязательно, видимо, фактор, чтобы иметь столько прыщей, блядь. Правда, на чеченца он не особо похож. На гея, скорее. Милый, милый, это платье. Хотя, если в... Но в Чечне нет геев. Или есть? Блин, загадка жадный Жека Фреско, если в Чечне геи, как бы, просто вот этот тикич, как бы, вносит сомнения в данную теорию о том, что они там присутствуют. Продолжай, продолжай, я скоро кончу, и твои маленькие сиськи не возбуждают. Я взяла твою зарплату, завтра накачаю. Бля, такой типикал, заходишь на просто какой-нибудь... Не знаю, Читурбейт, блядь, типикал, и типа в общаге сидит просто в какой-то дрочит. Эта девчонка с этой хуйней, блядь. Как виберхуетой. Ты приехала, мама сказала, заберет детей на выходные. Сидос, все, нахуй, шизуха, блядь, началась, нахуй, ща, блядь, будут танцы, будут пьянки, блядь, с подружкой, нахуй, пойдут, нахуй, ярятся, блядь, может быть, что-то и найдут, как у мужика даже, у парня пать появится, может быть, даже, круто будет. А что у него с штанами? У него, типа, по сути, полжопы видно, если так подумать, типа, то есть у него вот штаны, они, наверное, где-то тут заканчиваются, если подумать, да? То есть, получается, полжопы у него видно где-то. Но при том здесь... Короче, бля, рассказываю охуительную историю. Мне мать заказала штаны давным-давно. И говорит, я тебе, короче, штаны заказала давно, а я человек, который ненавижу, блядь, просто, нахуй, всю узкую одежду, блядь. Заказал мне штаны, короче, такие, как она сказала, модные, блядь. Короче, типикал вот этого дисквайрд хуета. Дисквард хуета. Но только там не настолько, типа, большая вот это вот очко, блядь, которое вылазит, да, как здесь, типа. Но примерно такие же штаны, типа, они такие же тоже большие, типа. Короче, они большие вот здесь. Сейчас я попробую, блядь, тут ракурса такого нет. Ладно, похуй. Короче, они, типа, вот такие широкие вот тут широкие, короче. Ну, как обычно, да, вот эта хуйня. Тут они все широкие, а вот тут, блядь. Вот тут. Они узкие, блядь, в ногах. И, сука, меня это так бесило, блядь. Это настолько хуйня бесячая, блядь. Просто пиздец. Я хожу в этих штанах и чувствую себя каким-то геем. Опасным геем, блядь, таким чисто. Который, не знаю, готов штаны эти, блядь, на жопе разорвать и раком встать просто в любой момент. Без негатива, как бы. Но это пиздец, они реально уебищные, блядь. При том, что мне нечего ходить, потому что у меня там одежда не осталась, я всю сюда привез. Типа, у меня вся одежда тут. А я дома, блядь, хожу и, ну, типа, думаю, блядь, хоть бы меня никто не видел, нахуй, в этих штанах ебаных. А джинсы я скинул постирать просто там. Вот, я бы так в джинсы ходил. Это реально ужасные штаны, блядь. Меня так бесили, нахуй. Я уже не знал, что делать, блядь. Я причем чувствую, что они, блядь, узкие, нахуй, в ногах, блядь. Бесит пиздец, нахуй. А тут широкие, блядь, зачем так делать, блядь? Он говорит, модные еще штаны. Ёб твою мать, блядь. Ёб твою мать, просто. Ну, чисто пацаны, ну, на приколе. Я думаю, они против наркотиков, против алкоголя. Чисто на приколе, мужики. Ебать. Народные умельцы из Саранска, не знаю, прислали нам такой видео, прикол, сам себе режиссер. Ну, кстати, неплохо, реально, так-то, вообще, честно, не так уж плохо.
Шутка реально прикольная. Ну, типа, оригинальная. И музыка подходит, кстати, прикольно. Извините, без маски нельзя. Блять, и вообще лучше бы, да, вообще без маски не ходить, я думаю. Нет, не так, нет, 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 я запрещаю, одень масочку, пожалуйста, блять. Сбери, нахуй, одень, блять, не знаю, у меня просто где-то лежит в жопе какой-то, я бы и дал, я бы и кинул, блять, в рыбку, нахуй, мне лень искать просто. Я бы и дал обязательно эту маску, блять, пусть она оденет ее, нахуй, медицинскую только, блять, чтобы ее не видеть, нахуй. Желательно еще, не знаю, обмотаться этим, блять, как он называется, господи, блять, все вылетело из головы, нахуй, шторкой обмотаться, чтобы вообще видно не было, вообще охуительно было. Хотя, возможно, под шторкой она бы выглядела как в платье. На коробке нету ни хуахуа, ее умная подруга, ее чихуахуа. Она чисто аккуратно дистерила цитаты, вставляет их с видом, мол, она интеллект. Когда на кухне я включу. Чисто деревенский на приколе, нихуя себе, нихуя себе хуяк. Я читаю так прикольно, потому что я мудак. Я читаю это охуенно, потому что я еблан. Я настолько тупорылый, потому что я... Ну, поняли. Просто не хотелось повторять опять. Рифма на одну и ту же строчку хуйня полная. Ну, деревенский такой тип, посмотришь, как бы... Странно то, что просто в такой деревне там дом где-то в супер ебенях находится, а вот этот дом поближе. Как-то странно. Я думаю, что, можно фон было бы здесь и поинтереснее найти. То есть они буквально даже фон не выбирают. Хуй знает. Я бы для Тикича выбирал бы фон какой-нибудь все-таки нормальный. Я думаю, что в деревне, блядь, найти нормальный фон для Тикича не так уж сложно. А здесь просто какая-то всратая дорога проселочная. Типичная. Кто, блядь, поле, на котором все, видимо, я не знаю. Поле, кстати, вот, заметили, обратили внимание, оно протоптанное, блядь. Оно затоптанное. Кем? Я думаю, тиктокерами деревенскими, как раз им делать нехуй. Интернета нормального нет. Только с телефона нормально ловит, блядь. Ну или как, хуёво ловит. Они вот, видимо, встают на точку, скорее всего, в этом, это... Блядь, я понял, это интернет-спот. Они, короче, все собираются в этом месте. И... И пользуются всякими социальными сетями, скорее всего. И там просто приходишь днем, они вот как собирают, как гуляют, да, дети обычно. У них дома нихуя не ловят, они приходят на этот спот всей деревни, нахуй, и сидят в интернете просто. Вот решили Тикича снять такой вот в этом месте. Пока как раз толпы здесь нету, пока не набежали. Вот снимают в этом споте ТикТоки. Интернет-спот. Такое. Школьники натоптали, короче. Нету ни хуахуа, ее умная подруга, ее чихуахуа. Она чисто аккуратно дистерила цитаты, вставляет их с видом, мол, она интеллект. Когда на кухне я включаю свет, все тараканы говорят: привет. Привет. Себе тараканами назвала, охуенно. И че? Хуйня какая-то. Краска на спине просто. Че-то реально какие-то проходные Тикичи. Много проходных Тикичи. Шумно получается, когда ебутся на столе, блядь. Ай, бля. Ну че-то реально скатывается. Это хорошо. Вот так вот, блядь. Дед решил вспомнить молодость, нахуй. Бля, было бы смешно, если бы он еще в Калининграде был, этот дед находился. Это было бы еще смешнее, типа. Крешница будет сегодня наказана, опять это. Папка сейчас залетит как-нибудь с двух ног, нахуй, сюда. Может, папа тебя бил? Не всегда меня хвалил. Крешница будет сегодня наказана. Она неправильно крестится, кстати. По-моему. Ну, если она правильно отражает, типа она слева направо. Справа налево же крестится. Грешница даже не знает, как креститься. Ну, если она делает. Она же правильно, она же правой рукой это делает, все правильно. Она неправильно крестится, значит. В любом случае, она неправильно крестится. Пиздец. Вот так вот для ТикТока еще можно было бы и как бы разобраться все-таки, как это делается. Грешница, блядь. Бог не простит, получается. Бог не простит. Будешь наказанным. Сколько? Два ящика водки. Чего? Сколько? Два ящика водки. После чего я пила водку.
смеетесь-то? Не смеш... Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Чего, блядь? Что за хуйня, блядь, сейчас была вообще? Что это было, блядь? Так, я проебал немножко одну тему, ладно, неважно. Пока нам все равно особо не нужна. Не, ну с другой стороны, так-то рад посмотреть на семейку. Они на одной волне понимают друг друга, так сказать, поэтому не так уж плохо. Нихуя себе, чувак, нихуя себе сидим, нихуя себе, мудак. Да я такой крутой пацан, я сижу на толкане, я знаю, что такое. Нахуй, ауе, осуждаемая в России хуета. Пошел нахуй, уебан, ёпта. Раунд, блядь. Мать жива, получается. Подожди, стоп. У меня родилось две шутки на данный момент. То есть, либо, даже несколько вариантов. Короче, озвучиваю по очереди. Это инцест, возможно. Ну, это такой самый банальный, самый типичный, типа, прикол. Ну, кстати, они достаточно похожи. Проверим. Ладно, не суть. Второй вариант. Возможно, он ее нашел в Тиндере. И, собственно, вытекающий из этого, когда он говорит вот это. Вот это. Вот это. Это дети от предыдущего брака, скорее всего. Вот, возможно, так. С такой камерой плохо снимает на Pornhub. Бибой, блядь, чего? Бабабуй. Ебать, нахуй! Ебать, страшилка, нахуй! Тупо Логан, блядь! Росомаха, Таджикистан вершин, блядь. Таджикистан. Ну, нормально, охуенно. Не, пизда ты, тикток, охуенно, реально. Коротко и ясно. Мужчина должен увлажнять девушке писю, а не глаза. А девушка должна ему напрягать член, а не жизнь. Вот и все, вот и все. Вот так вот. Вот так вот. Это 40-летние бабищи, советики. Так что, девочки, записываем, блядь. Сын на остановке накатала два... Накатила, наверное, два пива и две чекушки. Жду сына. Сынок, мамашку забирай, нахуй. После приколов всяких. Смотрите, что, блядь, нахуярило, блядь, бутылочка того, блядь, бутылочка сего, нахуй. Вот, блядь, вот тут самогончик был, нахуй, у меня, блядь, так что везет мне, нахуй, а вы, блядь, чё, нахуй, трезвенники ёбаные. Сидите, не пьете, да, блядь, а у меня, блядь, жизнь веселая, нахуй. Сейчас он меня заберет, нахуй. Жалко, мужика не нашла, конечно. Хотя, кто знает. Выглядит стрёмно, на самом деле. Пиздец, просто как-то рандомный... Ой, ура! Гнусная хуйня, короче. Здорово, бандиты. Ну, охранник со стажем, блядь. Мимо него ни одно муха не пролетит. Он даже дождь остановил, блядь, говорит. Покажи мне документы, нахуй. Покажи пропуск, блядь. Пизда тебе, дождь ебаный. Вот так вот, блядь. Сказал, блядь, пропуск покажите, нахуй. Ладно, проходите, блядь. Вот так, блядь, это охрана, блядь, наша русская, блядь, охрана, блядь. Нет, это нахуй, не пиндосы ебаные, блядь. Хуй пойми, откуда взятые, блядь. Это наши русские, блядь, духом, нахуй. Они, блядь, вот так могут, блядь. Даже силы природы им, нахуй, не указ. Потому что мы едины с природой. Это наш русский дух, блядь. Он чувствует эту природу, блядь, и он может ее контролировать. Но только во благо. Вот так вот.
за батьку и мирную Беларусь. Змагары, перестаньте да, живи Беларусь. Наше государство. У нас единый президент, и он бы был всегда и будет. А я бы еще с таким диктатором 100 лет прожил. Ну это кринж, да, я согласен. Она и стрёмно, что он с ним тусует, видимо. Вода на дворе, кажется. А есть под Оренбургом фонтанчик с черным дельфином. И в жизни видеть лишь раз его доводилось всем тем, кто проходили его мимо. Фонтанчик с черным дельфином, представьте. Странный какой-то Mortal Kombat, конечно, блядь. За таких персонажей я бы не стал играть. Это объявлен новый DLC, этот новый Combat Pack 3, короче, для Mortal Kombat 11. Туда включены вот эти персонажи, блядь, ебаные. Уже, блядь, просто у Warner Bros. Настолько нет денег, что они не могут персонажей купить себе новых. И они вот московских ребят уже купили просто для анимации, которые за 100 рублей согласились. Слышь, малая, никакая тварь тебя не обижает здесь. Ну чё, малая? Если обидит, то мне скажешь. Ну давай. Давай, давай. Давай. Наберёшь, нахуй. Ой, бля, как охуенно, реально, я вот сейчас хожу по улице и, блядь, думаю, как же охуенная осень, блядь. Вот единственный минус в осени, то, что темнеть начинает раньше. Вот это реально полная хуйня. А так ты идешь по улице и просто кайфуешь, блядь, все время. Сейчас я хожу, блядь, и просто кайфую. Единственный еще минус, у нас топят как ебанутые, блядь, просто как в аду, блядь. У меня постоянно открыто окно, уже 24/7, блядь, и мне все равно жарко. Я пришел с улицы, блядь, я разделся догола, блядь. Ну, пришлось одеться, конечно. Ради стрима, блядь. А еще дождик какой пошел, блядь, вообще. Запрело все к хуям.